Всем привет! Очередное утро. И нужно спешить на работу для того, чтобы собрать несколько стеллажей практик металлических. Там есть небольшие нюансы, о которых вы узнаете, если досмотрите видео до конца. Основные узлы и о том, как собираю я, будет показано в этом повествовании. Погнали! Первое – это распаковка. Нужно распаковать, разложить все по деталям и, соответственно, нужно изучить инструкцию. Далее, относительно ровной поверхности, то бишь на полу, на котором находится ламинат, это более-менее ровная поверхность здесь, будем собирать предварительную конструкцию низа, ну то есть основания. Там, где находятся две секции, и там, где находятся ножки. Вот. После того, как мы соберем эту конструкцию вместе, скрепим болтами, выровняем ее, соответственно, на полу. После этого мы повторно затягиваем все болты. Самое главное, не пропустить свободных мест, таких незатянутых. Иначе конструкция... нюансом при сборе первой полки, которая у нас идет на жестких уголках, я считаю, нужно сначала вот это загнутое ребро поставить, зацентровать на уголок, ну и только потом впоследствии второе гибкое ребро. Тогда два уголка не будут мешать друг другу. Далее следующая полка. Вторая, она будет крепиться без уголков, так как эта модель собирается на уголках только верхняя и нижняя полка. Находим то место, где должно стоять наша полка, ну и соответственно крепится в двух местах, здесь и здесь. И так все четыре угла.
строение гайки, самозатягивающейся шайбой сделанной, нам будет проще ключом поджать всю конструкцию. Сейчас мы ее фиксируем, выравниваем и поджимаем. Такие вот уголки одеваем на ножки и ставим нашу конструкцию для дальнейшей сборки. Конструкция стоит жестко и не шатается. Будем монтировать 4 уголка, к которым будет сверху крепиться второй ярус. Крепим, чтобы немного болталось, верхнюю и по диагонали. Теперь у нас уголок притянулся, и без особых усилий можно будет закрутить дальше. Лежа на весу это делать намного хуже. Закручиваем по диагонали. Ну и соответственно дожимаем. Итак, 4 штуки. Направляющие для второго яруса, ну все точно так же, как и с первым. На соединительные выставляем, потом крепим первую полку, то есть третью снизу, и в конце заканчиваем все верхней крышей. Точно так же будем крепить на уголки, как и самую первую с направляющими. В общем, вперед. We'll be right back.
будем устанавливать без уголков. Сначала закрепим ее просто на болты, а потом добавим гайки. Так. Но для начала лучше, наверное, будет разметить, где она у нас будет стоять, карандашом сделать метки. Ну вот карандашом сделали метки, и теперь можно фиксировать. Теперь возьмем гайки и закрутим. Ну и соответственно будем ставить финальную крышку. И фиксировать ее на углы. Как обычно, начнем с широкого. Здесь эти уголки придают каркасность конструкции. Стеллаж наш собран, у нас остался один болтик и одна гайка, которая улетела неизвестно куда. Если вы планируете соединять 2-3 стеллажа вместе, рекомендую купить отдельно крепеж 6х20. 20 это длина болта, которым вы будете стягивать. Подразумевается производителем, что стяжку можно будет делать на самих полках, вот здесь, через эти отверстия. Но я рекомендую делать вверху по стойкам и внизу по стойкам. Так будет намного лучше держаться и качественнее. Сделана двадцаткой вот стяжка, стянута. Визуально это выглядит более чем нормально. Приемлемо, скажем так. Вот и все. Вот таким вот образом собираю эти стеллажи я. Если у вас есть другие какие-то способы, или вы уверены, что нужно собирать по-другому, милости прошу в комментарии. Всем остальным подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч, пока!